Победители дипломанта фестиваля «Синеокая Анапа» по итогам 5 дней конкурса наградили на сцене городского театра. Парад творческих коллективов и участников-солистов зажег новое созвездие, где ярко блеснули таланты в скором звезды больших сцен. Инструментальное прикладное творчество, академический вокал. Одаренные дети всей страны воспользовались минутами своей славы в Анапе, чтобы заявить на всю страну и членам жюри конкурса, именно они достойны победы. Первые минуты славы под пристальным вниманием зрителей, фотографов и операторов. Каждое движение, спетая на сцене нота – культурная ценность. Гран-при фестиваля взяли «Юграшки» – студия эстрадного танца из Краснодара, и ансамбль «Полдень» из Курска. Курские соловьи на сцене «Синеокой Анапы» принимают ваши аплодисменты. Дорогие наши друзья, мы рады вручить вам этот замечательный диплом, он, видите, гораздо больше, чем простой диплом. Его видно издалека. Кроме того, вот этот кубок, он большой, он очень весомый, и он из натурального камня, его подставка из натурального камня. Пожалуйста, примите этот кубок. И еще, есть специальный подарок, я открою вам секрет. Члены жюри решили, что в следующем году они будут готовы учредить специальную возрастную категорию для того, чтобы иметь право биться за такие призы и подарки. Вы становитесь обладателем вот этого персонального компьютера, ноутбук фирмы Asus. Аплодисменты! Участники конкурса из Владимира, представляющие вокальный проект «Музыкальный фрегат», Валерия Беличенко из города Крымска и Даниил Абдурахманов из Мурманской области уже точно знают, где будут отдыхать летом 2015 года. Ребята получили специальные призы от главы курорта Сергея Сергеева, сертификаты на гарантированный отдых в культурно-оздоровительном центре «Премьера». 12-й всероссийский конкурс «Синеокая Анапа» в очередной раз защитил свой воспевающий дружбу гимн. Я называю это конкурсом дружбы. И действительно, этот девиз в этом году вновь полностью себя зарекомендовал с лучшей стороны и подтвердился. Потому что встречались ребята, которые приехали из Заполярного круга, из Талнаха, Норильск, Красноярского края. Приехали из Новосибирска, из Кургана, Свердловская область, Мурманская область, Ленинград, Курск, Орел, Белгород, Владимир. Ну, интереснейшая география. Я видел, как за кулисами они распевались вместе у рояля. Я видел, как они потом поддерживали и болели друг за друга, стоя, опять же, в кулисах, ожидая своего конкурсного выступления. И слова из песни «Подружила нас Синеокая Анапа» стали явью.